Ребята, есть еще одна новость, которая заставит почувствовать гордость, а в случае Вадика еще и легкую зависть. Подполковник нацполиции Украины Александр Дыбов победил на чемпионате мира по бодибилдингу. Значит, столичный полицейский победил в категории «Самые высокие и самые большие». Так. Я пытаюсь визуализировать. Это же насколько надо быть высоким и большим. Да. Наташ, а не нужно визуализировать. Потому что у нас сегодня в гостях тот самый Александр Дыбов. Встречайте. Здравствуйте, Александр. Очень приятно. Александр. Наташа, куда это ты ринулась? Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас приветствовать у нас в программе. Садитесь, пожалуйста. Ну, вы, конечно, крепкий. Я скажу, что можете их здороваться, а не так руки жать, потому что это же тоже не шутки. Я вот, когда увидел Александра, хочу вам сказать, что если бы все были такие полицейские, наверное, преступлений было бы намного меньше. А я думаю, больше. Женских точно больше. Просто статистика бы... И они бы приходили, говорят, накажи меня. Что я еще могу нарушить? Закрой меня. А вы сегодня дежурите или нет, девочки? Ну, я же не правду кажу, чешу. Нет, но расскажите вообще, Александр, по поводу вот этого вот чемпионата. Это чемпионат среди полицейских или вообще в принципе? Как? Нет, среди полицейских на данный момент только в Китае, наверное, проводят такие соревнования. То есть это в целом чемпионат мира по бодибилдингу? Да. Среди... И вы стали чемпионом? Да. Не слава. Слушайте, давайте еще раз поаплодируем. Это очень круто, правда. А много вообще было участников? Ну, вообще около 400. И... Ну, разные страны. Скажите, пожалуйста, вот после того, как вы выиграли на этих соревнованиях, изменилось как-то ваше вообще вот общение с коллегами? Или просто вот когда к вам подходят, говорят, извините, а вот как пройти, допустим, там, Киево-Печерской лавре? И вы говорите, ну, все просто, вот туда, как бы, потом вот так, там, по кругу. Там нету такого? Ну, вы... Ну, такого нету, но после соревнований уже многие подходили, потому что увидели по телевизору, как бы, даже военнослужащие САТО, говорят, вы в полиции работаете, да? Говорят, я вас видел по телевизору. Ну, круто. А расскажите, сколько вы уже занимаетесь непосредственно этим видом спорта? Ну, именно этим видом спорта с 14 года. Постепенно так, я был 2 года в АТО. Там, как бы... Там бодибилдинга, конечно, нет. Ну, есть штанга, есть гантели. И оттуда он начал как бы качаться. А до этого я 13 лет боксом занимался. Ага. А сколько времени в день вы тратите, ну, или не в день, может, в неделю, я не знаю. Ну, как часто вообще нужно заниматься, чтобы поддерживать такую форму? Ну, я тренируюсь каждый день. Каждый день? Да. А на работу куда ходит? Я тренируюсь после работы. А, после прям? Я занимаюсь с 9 до 11. Так что, Вадик, хватает? Вечером? Вечером. Ого! Видите, вот вопросы все Александр не по делу. Вот я, например, понимаю, что такое бодибилдинг, поэтому я задам вам конкретный вопрос. Там же в плавках вот таких блестящих. Ну, как бы да. Вы выступаете нас номерком. Да. Боже, как интересно. Наташа, у меня к тебе вопрос. А где вопрос, собственно говоря? Наташа говорит, я задам вопрос сейчас. Вы же в плавках, да? Ну, Александр, я уверен, что сейчас нас тоже смотрят многие полицейские, ваши коллеги, и они смотрят и думают, вот тоже как бы хотелось, но не хватает какой-то мотивации. Какая ваша мотивация? Это в первую очередь психология, в плане того, что все у нас заложено в голове. Человек и организм к всему может приспособиться. Надо ставить себе максимум цели, максимум от себя получишь тогда. И второй момент. Планируете ли вы быть губернатором, ну, не Калифорнии, а там Киева, может быть, как вариант? Если предложат, почему бы и нет. Александр, мы хотим вас поблагодарить за то, что вы популяризируете нашу страну. Да. Правда. Давайте еще раз поаплодируем. Спасибо большое, более того, за то, что вы стоите на страже покоя наших граждан. И беспокойствие тоже, это приятно. Это женская половина населения. Да. Я вас поздравляю с чемпионством. И еще раз спасибо за то, что пришли к нам в гости. Спасибо. Ну, я
Саша, дякуємо. Александр, и номер телефона запишите. Потому что Саша, он недалекоглядный, знаете, у нас такие темы. Дуже, дуже приятно. Так меня еще никогда не отшивали. Спасибо большое. Дякую, Саша.